Татарстане уже 8-й раз проводится съезд учителей татарского языка и литературы. Ежегодно делегаты со всей России съезжаются в республику для обмена опытом и просвещения в области татарской культуры. 28 июня в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета учителя нашей страны совместно с преподавателями университета обсудили новые совместные проекты, рассмотрели перспективы реализации образовательных программ на федеральном и республиканском уровнях и, конечно же, поговорили о студентах и абитуриентах, которые всецело посвящают себя оптимизации татарской культуры. В этом году мы выстроили свою программу таким образом. Мы будем показывать лаборатории нашего института, будем показывать те проекты, которые реализовываются на площадке института. И уже в актовом зале мы запланировали выступление наших заведующих кафедрами и декана высшей школы. Преподаватели Института филологии и межкультурной коммуникации провели обзорную экскурсию для гостей Казанского федерального. В каждом из залов рассказывали о важности сохранения татарской культуры, раскрывали вопросы педагогических подходов преподавания молодому поколению и просто обменивались знаниями, опытом и умениями. Съезд продлится 3 дня. На протяжении этого времени участники также будут посещать выставки, экскурсии, мастер-классы и тренинги. Я сегодня очень включена во всю эту работу. Сегодня нам реально показали, как начиная с детского садика и заканчивая вот высшим учебным заведением, как у нас должно построиться образование, где обучение языкам будет главенствовать, скажем так. Мы были в детском садике, потом в многопрофильном лицее. Очень красиво, очень приятно, хорошая подготовка на высоком уровне. 29 июня в культурном центре «Сайдаш» пройдет пленарное заседание 8-го Всероссийского съезда учителей татарского языка и литературы. В работе съезда примут участие президент Республики Татарстан Рустам Миниханов, госсоветник Республики Татарстан Митимир Шаймиев и другие. На заседании планируется обсудить вопросы реализации государственной национальной политики, укрепления межрегионального сотрудничества, совместной деятельности национально-культурных автономий татар и общественных организаций по сохранению и изучению этнокультурного образования. Карина Саяхова, Александр Фирсов, Универньюз.